Спортивные традиции и желание победить в 10-й раз объединили учащихся школы Ленинского района на юбилейной спартакиаде «Сделай правильный выбор». Мальчишки и девчонки в возрасте от 12 до 16 лет с удовольствием проводят свой летний досуг в лагерях, соревнуясь здесь со сверстниками в различных видах спорта. Первым этапом спартакиады стали старты по плаванию. Спартакиада проводится для детей и подростков, прежде всего тех, у которых проблемные семьи, скажем так, признанных в социально опасном положении, и тех, с кем проводится индивидуальная профилактическая работа нашей инспекции по делам несовершеннолетних. Спартакиада намеренно проводится в летний период, чтобы как раз-таки занять таких подростков под полезными видами деятельности. Прежде всего, это деятельность, направленная на сохранение здоровья. Задача инспекции по делам несовершеннолетних именно в летний период обеспечить максимальную занятость подростков в данной категории. Потому что, как показывает любой анализ правонарушений и преступлений, прежде всего к каким-то правонарушениям приводят именно незанятость подростков в летнее время. Среда, в которой общается подросток, со временем определит его личность, то, каким человеком он станет. Учитывая это, организаторы спартакиады не делят детей, а просто вовлекают всех в игру, в которой каждый найдет свое место. На данном этапе получается около 30 команд, участников более 150. Все довольны и рады тем, что Ленинский район не забывает про детей в каникулярное время. Первый этап спартакиады завершен. Определены победители и награды нашли своих героев, оставив сладкий вкус победы от полученных призов. Но самое главное – это улыбки детей, ощущение себя частью большой дружной спортивной семьи. Свой правильный выбор эти ребята уже сделали. В этом конкурсе я уже участвую второй раз. Первый раз мы были в 9-й школе, а во второй раз вот этот. Мне участвовать очень понравилось, потому что все попробовали поучаствовать, посоревноваться. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».